Прилавки ломятся от ассортимента, разбегаются глаза. Выставка «Икра и рыба камчатская» привезла в Кутлас более 35 видов рыбной продукции. Доставляется все самолетами прямо с Камчатки. Благодаря шоковой заморозке рыба сохраняет все свои полезные свойства. Дальневосточные рыбные деликатесы занимают особое место в рационе питания человека. Вот, например, чевыча – королева лососевых. Ее мясо богато на витамины группы В1 и В2, а также на витамины С, ПП, К и Е. Кроме витаминов, оно содержит целый букет полезных микроэлементов, таких как цинк, селен, кальций, фосфор, железо, магний, молибден, натрий, никель, хром, фтор и так далее. Мясо чевыча содержит до 20 граммов белков на 100 граммов продукта. Есть чевычи и жирные кислоты, холин и омега-3. Чевычу я беру, очень нравится. Почему нравится чевыча? Ну, она очень, на бутерброд очень хорошо, лучше, чем, например, семга и форель, даже вкуснее. Надо иногда себя баловать. Чевыча представлена на выставке холодного, горячего копчения и слабосоленая. Кроме этого, в ассортименте нежная белорыбица, питательный палтус и, конечно, красная икра. Ну что мы купили? Знаменитую лососевую чевычу, немножко икры. Ну, день рождения, поэтому надо чуть-чуть побаловать. Ассортимент, конечно, огромный. На любой вкус и цвет вкусно, вкусно. Посоветовали бы попробовать? Ну, я всегда всем советую. Накануне праздника можно приобрести все, что вам понравится, и заморозить. Рыба сохранит все свои полезные свойства и останется такой же вкусной и непременно разнообразит праздничный стол. Выставка «Икра и рыба камчатская» работает в Кутласе на втором этаже торгового дома «Витязь» с 5 по 10 декабря включительно.